Я Цхавреева Валентина Ивановна, родилась 27 декабря 1938 года в городе Епифани Тульской области. В 1941 году пришли туда немцы. Они рвались к Туле. Город, в котором я вот родилась, начался обстрел. Стреляли и наши из зениток. Шел такой бой с немцами. Нас всех предупредили родители, чтобы и детей, и сами спрятались. Нас попрятали в ямы, погреба. Вот. И мы ждали, когда вот этот кончится, этот бой. Продолжался он долго. После того, как такой был обстрел с двух сторон и оттуда, отсюда, наши дома были полностью разрушены и сожжены. Так мы и остались зимовать. Это было в 41-м году, где-то в декабре. Так мы и остались зимовать до самой весны. Весной мы стали строить дома, вернее, родители. А дома такие. Плели плетень, как вот для корзин. Месили песок, глину, солому рубили. И вот наливали воду, и мы бегали, взрослые дети, мы бегали, месили глину. Вот этой глиной обмазывали этот плетень с двух сторон. Вот такие у нас были дома. Крышу крыли соломой или тростником. И так мы жили. Пол был земляной, света не было. Коптилки у нас какие-то были. И так вот мы прожили всю войну. Ветераны теперь войны, ну, они просили прочитать стихотворение «Баллада о детях войны», которое я сейчас прочитаю. «Так много нас, детей войны, хочу на это всем сказать. В масштабах всей большой страны их очень трудно посчитать. Средь миллионов 40 пенсионеров общих, мы третья часть наверняка, а может быть и больше. Они без всяких льгот, наград. Они ж не воевали, они с оружием в руках страну не защищали. Они не были в лагерях в блокадном Ленинграде и не точили на станках Катюшины снаряды. Траншеи, рвы не рыли, ведь слишком малы были. Зато уж с малых лет мы детства не видали. Одежды нет, обуви нет, о хлебе лишь мечтали. Спасались от снарядов, бомб, в землянках темных жили. От холода нас бил озноб, с коростой в шами были. Для нас крапива, лебеда была привычная еда. Мы собирали колоски, и ели мы тошнотики. Картошку мерзлой находили, из них оладьи нам лепили. Чтоб выжить, к добрым людям шли и милости просили. Как сирот нас в приют везли, где мы годами жили. А кто постарше был, кому десяток был, не более, им приходилось барану и плуг таскать по полю. И в школах не за партами сидели, чернил и книг мы не имели. Свеклой, сажи, да при тусклом свете мы кое-как писали на газете. Столько вынести войну пришлось, с разрухи поднимать страну, отстраивать города и села, вновь возводить дома и школы. На фабриках, заводах мы трудились, а вечером мы еще учились. Нам трудно жилось нашему поколению. Мечтали, чтоб жизнь получше стала, краше. Надеялись, что нас оценят и поймут. И должные сполна нам отдадут. Увы, не оценили нас, не наградили, а попросту со временем забыли. Надеемся, что нашу боль и скорбь услышат и на местах чиновники, и выше, и дума, и министры, и совет, и наш гарант, любимый президент.